Зачем организму магний и почему при его недостатке сложно бороться со стрессом? В каждом из нас примерно 75 граммов этого микроэлемента, и больше половины находится в костях. Магний отвечает за сокращение мышц и передачу нервных импульсов. Регулирует тонус сосудов, снижает давление и нормализует сердечный ритм. Отвечает и за настроение, нервозность, усталость, синдром ПМС, головные боли, проявление его дефицита. Для здоровья женщинам необходимо 280 мг магния в сутки, мужчинам в полтора раза больше. Повышается потребность у спортсменов, пожилых и при беременности. Больше всего магния в семечках и орехах, особенно миндале и кунжуте. Но хорошую дозу этого микроэлемента можно получить из гречки, перловки, фасоли и гороха. Приличный запас содержится также в листовой зелени и бананах. А еще источники магния – ржаной хлеб и морепродукты, жирная рыба или креветки. Согласитесь, аппетитное сочетание. Ну а сладкоежкам стоит обратить внимание на какао или горький шоколад. Прекрасного настроения и будьте здоровы!